И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Кэт Макс и Серега, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будем поднимать вам настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы с Серегой будем нападать, а Кэт Макс и Димон Покемон будут охранники. Ну что, ребята, ваша главная ночь прожить хотя бы полночи и не проиграть. Ваша главная ночь прожить полночи. Понял, Димас, я выполняю. Выполняйте, пожалуйста, Сир. Плохо нет в Гаррис Мод отдать честь такой анимации, знаешь, было бы прикольно. Есть такая анимация. Да, есть. Есть? Блин, надо скачать этот мод. Короче, Димас, так получается, вы меня пугать будете? Да. Пугаете меня? Ага, понятно. Я сижу, короче, нормально, чика какая так, холодная. Всё. Тихо, успокойся, Кэт Макс, ты у нас самый неадекватный из нашей компании двух человек. Успокойся. Он куда пошел? Нам охранять надо эту фигню, будку. Он сможет. Будку охраняем. Револьвер-то спрячь. У нас тут и грабители пока не водятся. Кстати, Серега, идем нажмем, чтобы у них электричество садилось. В смысле? Вы что, офигеть? А, ты уже нажал! Пацаны, у вас электричество садится. Садится, елки-палки. Да, тут такая штука. Димон, я специально искал карту, где будет садиться электричество. Я ее нашел. А, ты нажал на дверь, отлично. Я тоже нажимаю. Здравствуй. Ага, вот так, да? А ну, Серега, смотрим. Ага, электричество садится, я вижу. А, иди отсюда, слышишь, ты нам садишься. Все, я пошел, я пошел. Батарейка. Так, давай возьмем. Короче, следи за правым входом, я за левым. Вот там Фокси там уже бушует, коробки хейтеров. Ребята, так классно играть за аниматроника, так что если вы хотите следующую серию, чтобы я был охранником, а Дима Покемон меня пугал, ставьте лайк. Так, ко мне тут Фокси Димас уже пришел. А, Кэт Макс. С Димасом я уже не выживаю, печально. Димас меня пугает. Кэт Макс, смотри за правой стороной. У меня тут вообще печально, у меня тут Фокси. Ты чё? Башка, пошел отсюда. А, кстати, у нас камеры работают? Ой, ты, блин, иди отсюда, иди, бошку свою убери отсюда. Башка пролезает. У него башка лезет. Серега, у них электричество не садится. Садится, у нас тут зелененькая капсула какая-то протекает. Сейчас мы помрем здесь. Так, ладно. Не будем их сильно убивать. Вижу, там кошмарные. О, еще спрингтрап на сцене сидит, офигеть. Видите, ребят? Это вообще жуть какая-то. Все, его нету, спрингтрапа. А что здесь спрингтрап вообще делает? Какая часть? Вторая? Да. А здесь все части. Это так. Ультимейтка. Как нам поднять сюда? Ты убил его дверью своего же охранника. Я так давно не ржал. А, ты что? Офигеть, тут Бонька пришел из какой-то кошмарной части. Ты откуда, друг? Давай-ка вот так палочку возьму, типа я охранник. Батарейка садится. А, уходите, батарейка садится. Все, уходим, Серега, давай отступим, давай обдумаем тактику. Пусть они двери откроют, подожди, не спеши. А как посмотреть, сколько ночь идет? Короче, время у вас там идет или нет? Самое главное, что она идет просто, и все. Понял, все. У нас Фредди на сцене сидит, ух ты. Опа, ушел, сразу улетел просто отсюда. Димас. Ого, это... Волчара идет, пацаны, готовьтесь. Слышите, это... Пошел отсюда! Убил двоих, а вы что, дверь не закрыли? Не, а у него сын, он быстрый. Ну я вас предупредил, что волчара идет. Ого, тут волк. Зубами щечел. Он нам хату... О, башка твоя пролезла тут. Там... ты как сюда залез вообще? Иди отсюда. Как ты сюда пролез? Серега, я тебя вижу. Как ты сюда залез? Ну ты здоровый кабан. Жиробас, иди отсюда. А как? О, варенетка. Так, давайте по камерам побегаем. Так. Здесь у нас на камере все нормально. Вот тут марионетка на камере. Она там спряталась за стеной. А я как по правилам канонам стою здесь. Марионетка вообще-то так не ходит, если честно. Так. Она просто прошла, вспомнила, что кое-что надо еще. Так, все нормально? А чё свет не горит? А это чё за гопник тут идет, ходит? Ого, здоровяк, иди сюда, тут пришелец какой-то. Пришелец!
Ого, как у тебя провес вообще тут разъем, блин? Проем. Hello. Опа-на, друг мой. Братан, ты как, братан? Как хорошо тебе? Получай. Ай, больно! Ну, меня вообще дверью придавило. Мне больнее было намного. Так, Балун Боя не пускают, хорошо. Открываю хату. Опа, у нас тут никого. У нас тут чистенько. Ты можешь меня не закрывать дверью, пожалуйста? Я умираю от этого. Кстати, у нас эта красная... Вот тут зелененькая штучка уже половину пропала. Опа-на. Опа-на, а это кто? А ты кто такой? Это Балун Бой. Не-не, вон, смотри. Опа, блин. Плюш штраф, нужно его фонариком отпугивать. Ты боишься фонарика? Вот, я на тебя свечу, говню. Эй, вали отсюда. Вали отсюда. Я буду светить впритык прям. Клацай, он убежал. Этот здесь. Я тебя не заметил. А я стоял там долго, думаю, не видят меня. Ты мог забежать, короче, в хату нашу и закрыться здесь. Они энергию пополнили, что ли, или что? Нет, у нас тут она заканчивается. Что-то долго. О, бей этого сопляка маленького. Я ухожу, я маленький сопляк. Они меня бьют, это я маленький сопляк. Так, сейчас я буду большим сопляком. Опа. О, ты красавчик. Я знаю. Я большой там у тебя на экране, да? Ой, давай экран. Как так-то? А ты откуда? Ты чё, дверь не закрыл, что ли? Давай, Кэтмакс, залезай обратно. Ты с ним на кулаках не поборешься, бесполезно. Он тебя, блин, сожрет сразу. Опа, а это Балора. Надо не шуметь. Закрывай, она, блин, быстрая. Спортсменка. Надо просто... Она балерина, да? Ну да. Надо стоять, а она тебя... Музыка классная. А если стоишь, она тебя не видит, да? Да, ну типа у нее глаза закрыты. Да, Дима, ты не знал эту штуку? Офигеть. А типа она по шуму определяет, да? Да. Даже и в Sister Location был. Я чуть-чуть бы тебя убил, Димон, еще б секунда. Я успел. Так, а тут что ты закрыл-то? Димон, я придумал, можно прикольные серии именно по РП каждого аниматроника четко отыгрывать. О, привет, ты что, срал там? О, я их на камере вижу. А, закрываемся. Их там двое, они там тусу устроили. С помощью этого ключа... Знаешь, что мы сможем с помощью этого ключа сделать? Завести двигатель и пополнить все запасы. Кто пойдет на этот риск? А мне видно, как вы там бегаете издалека, прям круто. Я проверил, Димон, можно так убить? Можно. А как ты это сделал? Ты мне в глаза посмотрел. А где твои глаза-то? Они там. Где ты? Вон он там. Так. А его тоже можно фонарить. Это смотри, это какой-то Балун Бой не дороже. Балун Бой это жесткий такой злой. А, у нас тут ползет ОМОН какой-то, спецназ. Быстрее закрывай. Смотри, поползаем. О, какой молодец. Смотри. Террорист какой-то, иди отсюда. Ого, у него тебя маникюр вообще. Ого. Отпад. А! Слышите, вы вообще офигевшие. Так. Что еще сделать им? Спецназ. Не. Закрываемся. Хату. А, я хотел сбежать. Нет, не получится. Валим, закрываемся. Я как знал, что ты будешь убегать. Так. А что надо сделать? Можно же здесь убежать на улицу. Ой, обратно. Извините, вы ошиблись дверью. Идите обратно. Серега, надо дверь сторожить. А я иду убивать Димончика и Кэтмакса. Вот такие дела. Кэтмакс, закрывайся там, сиди, закрывайся. Как? Электричество кончилось. Кончилось электричество? Все, Серега, не нападаем, давай тут подождем двери, почекаем. Так, все, они не могут двери закрыть. На! А, как так быстро закончилось, елки-палки. Вон, это
открой для меня дверь, парт-сервер. Димон, я просто хожу и чекаю, как Димон бегает. Ну, Серега, ну не мочи их так сильно. Токсичные мы. Токсичные, не мочи их. Мама, мы же потеряли. Мне нравится, как он шагает, как солдат, вот точно. Та-ра-та-та. Давай, иди, иди. Все, Димас, мы за тебя ключ потеряли. А что за ключ? Обычный ключ от двери, от двух. А где Димон? Я его не вижу. А он сидит, прячется где-то. Я иду к нему. Димончик, я иду потихоньку. А он в туалете стопудово сидит. Вообще топ. Я, Димон, готовься бежать в офис. Они энергию пополнили, от жопы. Да? Кэт Макс, ты пополнил энергию? Закрылся аниматроник. Ты что там? Выходи, вот выход. Иди отсюда. Это аниматроник, он просто делает обход. Это аниматроник как охранник, он никого не убивает. Нифига себе. А как ты пополнил энергию эту смешную? А, там есть генератор, я с помощью ключа его открою. А, вот видишь, у нас ключ-то пригодился нам. А где вы его взяли? А, видишь, внизу палка пропала, внизу, видишь, что-то палка там была. Серега, ты нажал кнопку, чтобы энергия садилась? Да. Ага, о, все, отключил. Да. О, у нас мониторы заработали. Так, а что на мониторах пишется? Ага, обозначение, только все на английском, правда. Все, так. Короче, вы ключ потеряли раз и навсегда. Да и нам не надо, нам и так хорошо. Ну чё, открывайте. Нет. Да не, спасибо. Не хотят, да? Хорошо, сейчас мы кое-что сделаем. Сейчас. У меня есть очень добрый аниматроник для тебя. Очень добрый. Тебе он понравится. Закрывайся, Катмак, закройся там полностью. Закройся. Вали. Ай! На тебе! Это был отвлекающий маневр. Я отвлекаю, он мочит. Мне там передал бывший охранник кое-какую вещичку. И что это? Сейчас надо ее использовать, короче, потому что это уже... Не-не-не! Нет, Димон, не надо, я знаю, где выход, быстро за мной. Ух, я ж дернулся, Димон, ну ты псих! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!